словно я опять сижу в Микоше. Сейчас мы это исправим. Так лучше? Немного. А если бы ты реально была моя могила, что бы ты написал? Здесь лежит Джонни Сильверхенд. Человек, который спас меня. Ви, ты не представляешь, как я хочу, чтобы так и было. Слушай, я понимаю, что проебался по всем фронтам. Я разочаровал или обманул всех, кто мне верил. Запомнился всем, как бесчувственный, эгоистичный мудак. Но кое-что мне все-таки удалось. Мне удалось не проебать то, что нас связывает. Нет, Джонни, ты и это проебал. Меня ты тоже обманывал и использовал. Как тебе доверять? Да, то есть второго шанса мне уже не видать? Чего ты от меня хочешь? Большинство тех, кого я считал друзьями, даже в одной комнате со мной с трудом могли находиться. Ты оказался моим самым близким человеком, Ви. Мы же круглые сутки вместе. И несмотря на это, я почему-то не вызываю в тебе ненависти. По крайней мере, мне так казалось раньше. Ладно, окей. Но это будет твой последний второй шанс. Я не настолько наивен. Я буду очень стараться. Джонни Сильверхенд, непокорный рокер, который не сдался. Ви, первый среди неудачников. Сначала ты был абсолютным мудаком. И ты этого заслуживал. Помнишь, ты проснулся у Виктора, когда еще не знал обо мне? У меня глюки, я боюсь. А потом еще плакался Мисти, что не хочешь умирать. Помню, как ты среди ночи умолял, чтобы я покурил, и жаловался, что не можешь меня убить. Я и не знал, как далеко все зайдет. Когда ты говорил, что подвел друзей, ты имел в виду Бестию? Бестию, Альт, Керри, Сантьяго. Думаю, с Бестией еще не все потеряно. Я не могу общаться с ней, делая вид, будто за эти 50 лет ничего не изменилось. Да ладно, ты уже начал. Это правда. Вообще-то я обещал сводить ее в кино когда-то очень давно. Хорошая мысль. Позвони ей, спроси, когда у нее свободный вечер. Только это значит, что ты должен опять передать мне контроль. Да, я ей позвоню. Спасибо. Поехали отсюда. Все равно тут не на что смотреть. Но приехать сюда все же стоило. Определенно. Спасибо, Ви. Я рад, что среди стольких голов мне повезло попасть именно в твою. Ви,
Джонни хочет пригласить тебя на свидание. Что скажешь? Точно, Джонни? Не ты? Точно. Ты же сама говорила, что никогда нас не перепутаешь. Ладно. А куда мы идем? А куда бы тебе хотелось? Серебряный пиксель в Нортоуке. Идет. Я заеду за тобой в посмертии. Собирайся.
Тебя кто-то решил нанять как приманку? Это комплимент? Ты выглядишь по-другому. Попробуй еще раз. Может, эй, в третий бестия, раз скажешь что-нибудь хорошее. Опять ты? Мы идем? А где Джонни? Он все-таки не смог. Ты выглядишь... вау. Это Джонни сказал вау? Или ты? Когда его ждать? Он будет позже. Он у тебя на коротком поводке. Ты умен не по годам. Это Порше Джонни? Где ты его взял? Он стоял в контейнере. Помнишь, про который нам говорил Грейсон? Хм. Окей. У меня с ним связано много воспоминаний. Можно ехать. Серебряный пиксель — твое любимое место? Было когда-то. Я давно туда не ездила. Автокинотеатры вышли из моды лет 100 назад. Но серебряный пиксель еще как-то держится. А что, хорошее место для свидания? И мне так казалось. Поэтому я предложила Джонни поехать туда. Много лет назад. То есть это не его идея? Конечно, нет. Для него романтическое свидание – это налет на штаб-квартиру Арасаки. Ладно, Ви, скажи мне, что происходит на самом деле? Не понял. Джонни никогда ничего не делает просто так. В чем же дело на этот раз? Джонни изменился. Он правда хочет немного побыть с тобой. Не жди ты все время подвоха, бестия. Ну-ну. Бестия. Просто пытаюсь осмыслить. Джонни Сильверхенд вдруг перестал быть эгоистом. Определенно ты на него хорошо влияешь. Приехали. Черт, да как же так? Быстро же время летит. Когда они только успели свернуть лавочку? Ви, а попробуй туда пролезть. Нас не остановишь. Решили свидание, будет свидание. Ладно, тогда действуй. А я посмотрю. Ага, это должен быть пароль. Кажется, мы и правда идем в кино. Готовы, идем. Шалала. Неплохо. Попробуй запустить проектор. Я пока выберу нам места. Ща все будет. Как раз туда я и хотел ее сводить. 50 с лишним лет назад. Ладно, пойдем проверим проектор.
вот тут. Ага, кажется, я нашел проектор. О, ты интересно. Случайно не знаешь, как его запустить? Бушидо 10. Угасание. Теперь это уже классика. Посмотрим. В последний раз они показывали Бушидо 10. Идеально. Да ну, блевотное зрелище. Ви, мы в автомобильном кинотеатре. Фильм тут вообще не важен. Просто что-то должно идти фоном. Кровь, кишки, сиськи не имеет значения. Ну тогда Бушидо подходит. Спасибо, Ви. Не за что. Только в этот раз не шляйся по городу. И никаких татуировок. И не трать все мои деньги. Ну все, Ви, уступай место. Дальше я сам справлюсь. Развлекайтесь, молодежь. Я заняла лучшие места. Залезай. Так представляла себе это свидание. Многое должно было измениться, чтобы мы просто взяли и пошли вечером в кино. Но не думала, что все изменится настолько. Давай представим, что сейчас 2015. Мы только познакомились, и я еще не знаю, какой ты ублюдок. Мне нравится «Бестия» из 77-го. Эта версия намного хуже. Ладно. Допустим, сейчас 2015. Ты бы что-нибудь изменил, если бы мог? Неважно что. Не, так не бывает. Это же я сам принимал все эти ебанутые решения, а не кто-то другой. Значит, ты бы опять пошел на смерть. Из-за одержимости Арасака, из-за кого-то, кто перестал быть человеком. Эй, это что такое? Ничего. Просто у меня было время подумать, пока тебя не было. Что было бы, если бы... Я верно понимаю, что дело не в Грейсоне и Смешере? Что? При чем здесь вообще Смешер? Мне показалось, что это твое больное место. Да, больное. Мне достала эта тема, но я тебя прошу, давай не будем сейчас об этом. Главное, что я вернулся. Мы снова вместе. Это намного лучше всего, что могло бы быть. Но у нас всего лишь один вечер. Для меня это больше, чем я мог надеяться. Бестия, я здесь в чужом теле, в чужом времени, но я здесь.
Джонни, я не могу. Это нечестно. Нечестно по отношению к Ви? Нет, к тебе. Я делала вид, что ничего не изменилось. Что я та бестия, которую ты знал. Мне даже себя немного удалось обмануть. Можешь не провожать. Бестия! Блять. Бестия ушла? Да. Кажется, все прошло не очень хорошо. Да. Собирались хорошо провести вечер в кино. Потом она разозлилась и не сказала из-за чего. И у тебя нет предположений? Помнишь Грейсона? Он очень странно с ней разговаривал. Даже не то чтобы странно, он ее как будто подначивал. Может, с этим что-то связано? Надо это обдумать. А пока отвези меня в Норт-Оук. А как это тебе поможет с бестией? Не с ней, с Керри. На месте тебе все расскажу. И фильм какое-то говно в конфетной обертке. Можешь тормозить. Ладно. Теперь скажи, зачем мы здесь? Я слышал, Керри тут неплохо устроился. Виллу отгрохал. Где это ты мог слышать что-то о Керри? Да где-то в городе. Желтая пресса только про него и пишет. Ах, да. Тебе ж не было. А, да. Это когда ты развлекался. Так что, хочешь его навестить? Ну да. Чего тянуть кота за яйца? И что мне? Завалиться к Евродину и устроить себе экскурсию? В газетах пишут, что у него депрессия. Он пытался покончить с собой. Волнуешься, что однажды у него получится? Да кто знает. Просто я мог бы ему кое-что посоветовать. То есть ты хочешь пообщаться лично? Мне опять отдавать управление? А чё нет? В прошлый раз же ничего не случилось.
Даешь мне отгул за примерное поведение? А что это была за попытка самоубийства? Да херня, а не попытка. Он даже нормальной публики не собрал. Пришел домой, решил застрелиться. А телохранитель отобрал у него пушку, как конфету у ребенка. Так может, это просто сплетни? Все может быть. Но я хочу проверить. Ха, ага. Сначала Бестия, теперь Керри. Кого ты еще планируешь посетить? Никого. Так вышло, что список людей, которых я считаю друзьями и которые еще живы, очень короткий. Поэтому я и хочу поговорить с Керри. Хорошо. Только расскажи, что будешь делать. Ничего такого, честно. Просто хочу с ним повидаться. Как ты ему скажешь, что это ты? Если у него правда сейчас в жизни какие-то проблемы, может, лучше все-таки не взрывать ему мозг? Ви, у Керри всегда были какие-то проблемы в жизни. Поэтому, несмотря на все, мы с ним и ладили. Не переживай. Ничего я твоему Керри не сделаю. Для начала попробуем залезть к нему в дом. Ладно, скажи, когда уступать тебе место. А это что за уроды? Надеюсь, хотя бы стоило до хера. Чем-то же надо оправдать эту безвкусицу. Нихера себе коллекция. А вот это, конечно, круто. На некоторых из них я лобал во времена самурая. Он, похоже, в ванной. Причем один. Это хорошо, поверь мне. Но все, дальше я. Пора его оттуда вытаскивать.
Закидывайся таблетками мисти и начнем. Окей. О, так намного лучше. Интересно, какие тут для красоты, а на каких еще можно играть. We lost everything. Кто, блядь, тут? Ну, играй дальше. Хорошо. Джонни? Керри? Нет. Это какая-то шутка. Погоди. Что Сильверхенд сказал мне перед смертью? Это проверка? Может, лучше еще что-нибудь сыграю? Отвечай. Я сказал, чтоб ты перестал себя жалеть. Ну и чё, ты перестал? Сука, Джонни Сильверхенд. Откуда ты тут? Как? Сюрприз. Долбоёб! Окей, ясно. Ты не ожидал, что я вернусь? Нет, сука, наоборот. Я 50 лет только этого и ждал. А я смотрю, ты немного изменился. Новый стиль? Идешь в ногу с модой. Типа того. Сам-то ты как? Бля, Джонни, мне надо накатить. Ну, хорошо. Давай рассказывай, почему ты выглядишь... как мелкий вор из посмертия. Это Ви. Он тебе понравится. И чё? Блядь, Джонни, мне это вообще ничего не объясняет. Ебать, ты устроился. Погоди, это только начало. Выпустил четвертый альбом и въехал сюда. Хорошо продался, видимо. Завали, Джонни. Просто, блядь, не начинай. С кем ты подписался? В смысле? С Арасакой, блядь. Да, с утра записываюсь у них на студии, а вечером Юрий Нобу заскакивает ко мне на барбекю. Это правильно. Так с кем подписался-то? MSM Records. Что ж, тоже столб общества. Давай, располагайся и рассказывай, где тебя носило столько времени. Так ты что, тут один живешь? Не. Еще мой повар Ариэль. Ну, у него сегодня выходной. И этот, потом Мигель. Блять, зачем я... Это не твое дело, Чумба. Садись давай, рассказывай. Это будет долгая история. Да мне похуй. Мне важно, чтобы в этой истории каждый эпизод был трагичный, как пиздец. Только вот не говори мне, что ты все это время катался с кочевниками, подставляя лицо ветру. Или что ты тусил на орбите... и решил оттуда слезть, только для того, чтобы меня тут говном поливать. Иначе я ебанусь. Поверь, это трагедия. А, бля, помнишь? Это был единственный раз, когда Генри пришел на репу чистый и трезвый. Да, и играл какую-то хель. Зато Дэнни была рада. А клёво мы тогда жили, скажи, Кер. Заебись были времена. Ага, заебись было. Играли в каких-то подвалах, срались перед каждым концертом. Сами не знали, что хотим играть. Денег не было вообще никогда. Нэнси всеми вертела. От Генри воняло с саньём. А я вообще у тебя трусы пиздил. Говорю же, классно было. Никогда не понимал, что Дэнни нашла в Генри. Она ж была умная деваха. Может, даже слишком. Особенно по сравнению с нами. Да не.
Ей же всегда нравились неудачники, которые даже одеваться не умеют. А Генри был идеален. Инфантильный долбоеб, еще и вечно под кайфом. Да таких можно спасать бесконечно. Вот меня она спасать не рвалась. Но для этого ей пришлось бы встать в очередь. А это кто? Луиза, блядь, бывшая жена. Твоя кто? Ты шутишь. Долго были вместе? Слишком долго. Да ты не сына, в накладе не осталось. Я отдал ей дом в Токио, машины, детей. Да. Ну и забей, у тебя и так все заебись. Все только и говорят про твою депрессию. Это правда? Не, часть промоушена. И попытка самоубийства тоже? Думаешь, пальнешь себе в башку и сразу пойдут продажи? У тебя вот что-то не пошли. Самурай никто не помнит. А ты, Джонни, просто бесишься, что я и без тебя нормально справился. О, бля, даже ответить нечего. С кем-то из наших пересекаешься? Только с Нэнси. Ее теперь зовут Исида Бесс. Работает на 54-м. Могу узнать, что с Дэнни и Генри, если хочешь. Можно снова собраться, я не знаю. Поиграть вместе. Я подозреваю, Дэнни до сих пор играет. Талантливая была девка. Ага. Она что-то там выпустила недавно. Даже переехала в Норт-Оук. Ты же сказал, вы не общаетесь. Так я и не от нее узнал. Она меня вообще, похоже, избегает. Ты вообще выходишь отсюда? Нет. А Генри, наверное, уж давно спился. Ну, если бы он умер, я бы об этом знал. У нас есть общие знакомые. Пара звонков, и я узнаю, где он сейчас обитает. Исида Бесс. Это ж надо было выдумать. Похоже на псевдоним стриптизерши, которая прется от Древнего Египта. Ой, блядь, как жаль, что ты умер. А то бы она обязательно спросила твое мнение. Ну а как она вообще? Кроме того, что забила теперь на музыку. Можешь сам у нее спросить. Неужто хочешь возродить самурай? Ну так, на один концерт. Сыграем в какой-нибудь дыре, где нас никто не знает. Мне же надо следить за своей репутацией. Только я не буду всем объяснять, что произошло, окей? Да не, забей. Слишком скучная история. Биочипы, планы Арасаки, волшебные таблетки. Просто скажем всем, что ты мой новый бойфренд. Охуенно. Я только за. The Beatles? Сейчас я перешлю тебе номер Нэнси, а сам попробую выцепить Генри и Дэнни. Но если меня не будет, договаривайся с Ви. Ладно. А вы дружите? Да ёптать, обожает меня. Ага, бля, еще бы. А как мне... Джонни, все норм? Нет. А, ты, наверное, Ви. Джонни предупреждал, что такое может случиться. Ничего страшного. Я уже чувствую угрызение совести. Ты это, посиди пока, в себя приди. Вообще ни о чем не волнуйся. Так что там про концерт? Ты все слышал? Когда эффект слабеет, начинаю слышать. Ну? Хочешь увидеть самурай живьем? Другого шанса может и не быть. А если все кончится как с бестией? Большим разочарованием. Не сравнивай. Кире нужен этот концерт. Ладно, я звоню Нэнси. Молодец. Хвалю. Нэнси?
Это, то есть, Исида? Исида Бесс? Нет, это ее недооцененный и переутомленный ассистент. Стивен, 54-й канал. Слушаю вас. Мне нужна Исида. Ее тут нет. Я звоню из резиденции Керри Евродина. Круто, но Исиды все-таки нет. Но мы ее ждали 2 дня назад. Она поехала в Тоттентанс, чтобы снять сюжет о Мальстреме. Звоните на следующей неделе или следите за новостями. Если с ней что-то случится, я первый об этом расскажу. Ви, тут что-то не так. Давай-ка с тобой скатаемся в Тоттентанс. Ну ладно, эта штука мне нравится. Черт, картина начинает складываться. Никто из журналюк не попёрся бы в Тоттентанс. Кроме Нэнси.
классно выглядишь. Минимализм. У меня тоже раньше был такой хром. Ну, тоже иди. В Тутентанц? Заебись. Третий. Нажми кнопочку, я пальцев не чувствую. Слышишь? Тинитус играет. Наши ребята. Люблю эту песню. Пока. Заходи. Сойдешь за своего без проблем. Нихера себе! Помнишь ту запись из All Foods? Это чувак, который увел бота-шпиона! Не-не-не-не-не, он же не тупой сюда приходить. Так это ты? Мне нужна Исида Бес. Плохо понимаешь намеки, да? Это ты увел у нас болта? Не знаю, о чем ты. Да, это он! Ничего себе! Какой выпал шанс отличиться! Вон отсюда! Живо! Это шкет из Офф-Фудс! Я не слепая! Что тебе надо? Поосторожней с этой... Теперь ты тут заправляешь? Нет, после Ройса многое поменялось, но не настолько. Что случилось с Ройсом? Милитех случился. Сам знаешь почему. Я ищу Исиду Бес. Не в курсе, где она? Работаешь с ней? Нет, хочу поболтать. Она вроде здесь. Здесь. Только сначала поговори с Бриком. Он решит, что с тобой делать. Я тебя отведу. Брик сменил Ройса после того, что было на All Foods. Да вы же от этого только выиграли. Ты же не думаешь, что Брик скажет тебе спасибо? Может, ты что-то имеешь против? Нет, просто Брик сейчас не в том положении, чтобы еще проявлять эмоции. Ну да, альтернативное, в смысле, что мы забили болт на чужое мнение. Ладно, допустим, это экстремальная музыка. Как тебе такое определение? Тебе так хочется навесить на нас какой-то ярлык? Нет, я просто пытаюсь вас понять. Шум, хаос, болт. Брик, тут еще к тебе! Ви, какой сюрприз! Чем могу помочь? Это же я не вовремя. Да нет, мы уже заканчиваем. Исида немного засиделась. У меня еще остались вопросы, на которые нет ответа. Ответы можно придумать. Обычно журналисты с этим справляются. Напиши что-нибудь про оргию шума. Похоже, меня здесь не очень-то любят. Наши, если кого-то не полюбят, то это надолго. Войди в их положение, постарайся никого не злить. Советую усилить охрану на Ебунике. Я там был недавно, твои люди не отличались физической подготовкой. Загляни туда как-нибудь еще раз. Я прослежу, чтобы тебя встретили как надо. Просто даю дружеский совет. Благодарю. Я от Керри Евродина. У меня дело к Исиде. Керри? Чего это он вдруг про меня вспомнил? Можете идти. Чё? Ты его отпустишь? Тебя спрашивали? Нет, я так и думал. Мы тут все деловые люди. Спасибо за познавательную беседу, Брик. Пойдем. Все, дельтуем. Спасибо. Я это ценю.
Брик вроде норм. Ага. Если бы он еще в музыке хоть что-то понимал. Ты пришла, чтобы поговорить с ним про музыку? Ага. Тинитус. Музыка тотан танца. Брик ни хрена полезного не сказал. Что ж, этот грёбаный лифт так медленно едет. Я на машине. Так ты что, решила бросить тему? Я так и не узнаю про музыку в Мальстрёме. Надо посмотреть, что я назаписывала. Может, получится что-нибудь слепить. Пошли уже. Надеюсь, моя тачка там же, где я ее кинула. Все-таки зря я перестраховалась. Надо было говорить не с Бриком, а с Тинитусом. У тебя что, был на них выход? Брик приглашал меня однажды на концерт. Проблема в том, что у них состав каждый раз меняется. Keep screaming into that void. Ну твою ж мать! А что? Рисунок на память. Могло быть и хуже. В пизду память. Я сейчас собираюсь прямо в редакцию. Хочешь поговорить? Поехали со мной. Надеюсь, эта куча металлолома не развалится по дороге. Ладно, так чего там у Керри? Он хочет возродить самурай. Только на один вечер. Нет, самурая без Сильверхенда. За Джонни я сыграю. Ты? Сильверхенд все-таки был больше идеолог, чем музыкант. Я справлюсь, не бойся. Ну, если даже Керри согласился. Что мне с этого будет? Встретишься со старыми друзьями. Я тебя умоляю. Дружили только Керри и Джонни. Мы просто были вокруг и иногда с ними сталкивались. А что ты хочешь? Взять интервью у Керри? Я могу сама его написать, из головы. Мне нужны контакты всех его знакомых в индустрии. Всего-то. Думаю, вы договоритесь. Приехали. Вылезай. Стой. А что с концертом? Скажи Керри, я все организую. На связи. Окей, спасибо. Ну что, дело сделано. Звони Керри. Привет. Как дела? С Нэнси поговорил? Да. Она согласилась, сказала, что сама все организует. Опять всеми верт. Но круто. У меня тут возникли кое-какие проблемы с Мальстрёмом. Да, ништяк. Короче, я выцепил Генри. Прикинь, вытащил его из рехаба. Ну и сразу все завертелось.
Генри не знал, что старушка Дэнни так и живет в Найт-Сити. Сказал, что хочет сделать ей какой-то сюрприз, и поехал к ней. Так что вот у Дэнни все и встретимся. Мне тоже надо? Зачем? Но ты же должен увидеть, с кем ты будешь играть в конце-то концов. Лови адрес. Может, у нее ремонт, а Генри одолжил бетономешалку. Он всегда был у нас мастером экспромта. Может, они в доме? Позвони по интеркому. Ну ладно, значит, ищем дальше. Понеслась пизда по кочкам. Что ты тут делаешь? Эй, это правда это твой хорошо, дом? Хорошо, что ты приехал. У нас с дружком пришел? Чтобы было кому напомнить, какого хуя ты сюда приперся? Я вообще-то от Керри. Насчет концерта. Какого концерта? Почему он это передает через тебя? Он не знал, что вам говорить. Вы же оба его друзья. Ой, смотри, какой чувствительный. Как будто не он подбросил этот мешок с говном мне под дверь. Мы хотим возродить самурай на один вечер. А, так вот для чего он решил нас всех собрать. Мило, но без шансов. Я с этим, блядь, уродом играть не буду. Дэнни! Нет, ни за что. Выбирайте, или он, или я. И пиздец. Если Дэнни упрется, пиши пропало. Ну чё, как ваши дела? Херово, Чумба! Дэнни не хочет со мной играть! А мы уже обо всем договорились! То есть Керри тебе платит? Ну, теперь все понятно. У меня просто, блядь, нет слов. Забирайте этого мудозвона и уебывайте с моей лужайки!
Бля, я не хочу выбирать. Объясни, нахера ты это сделал с бассейном? Ты же знал, что Керри хочет уговорить Дэнни на концерт. Я думал разрядить обстановку. Разрядил, блядь. Может, кто-нибудь расскажет, что случилось? Ослеп, что ли? Он залил мне бассейн бетоном. Наверное, у него была причина. Серьезно? Причина? Похоже, всех собрать не выйдет. Ну, это не проблема. На одно выступление можно кого-нибудь со стороны пригласить. Но это будет не то. Как раньше, все равно не будет, Керри. Думаю, выбрать должен ты. Бля, меня бесит, что Дэнни зажимает нас в угол и ставит условия. С другой стороны, у Генри каша вместо мозга. Ему вообще нельзя доверять. Спасибо, блядь. Ты мне очень помог. Раз уж надо выбирать, сыграем с Дэнни. Керри, блядь, как так? Кто тут больше всех создает проблемы? Я или она? Бля, чувак, слушай, давай я... Знаешь что, Керри? Шел бы ты нахуй! Хорошо, что Сильверхенд этого не видит. Закончил. Вали. Ладно. А что с Нэнси? Я с ней на связи. Она сказала позвонить, когда все устроит. Увидимся на концерте. Блять, теперь еще и с этим надо что-то делать. Мне кажется, мы сделали все, что могли. Осталось только подождать Нэнси. Звонила Керри? Он случайно не передумал? Нет, нет, ты что? Он там уже бьет копытом. Я его таким не видела со времен Сильверхенда. А что там с Генри? Он не с нами? Я ему не звонила. Еще раз пинаться перед этим придурком. Короче, увидимся вечером. Насчет гитары не беспокойся. Все, что нужно, я достану.
still tuned in. Stay if you... Привет, Ви. Ви, смотри, что у меня есть. Не знаю, в курсе ли ты, но когда-то на ней играл Сильверхенд. Бля, Нэнси просто менеджер века. Может, она и доступ к Микоши нам организует? Как думаешь? Волнуешься перед выступлением? Стрёмно. Мне же надо сейчас изображать саму себя. Да и Джонни нет. Никогда бы не подумала, что мне будет не хватать этой сволочи. Может, расскажешь, что случилось у вас с Генри? Старая история. Он все время лез в какое-то говно, а мне приходилось его вытаскивать. И тебе надоело все время пачкать руки? Если бы. Я, в конце концов, пристроил его в хорошую группу. Генри перестал употреблять, взял себя в руки. Тут я стала сразу ему не нужна. Вот он и перестал со мной общаться. Ни хрена себе. И что дальше? Тебя что, заводят такие истории? Он забил на меня и целый месяц тусил с новыми дружками. А потом его выгнали, потому что он снова взялся за старое. Тогда этот жалкий нарколыга подкараулил меня на улице. Даже в обморок упал, чтобы разжалобить. И что ты сделала? Оставила его там. А потом постаралась, чтобы он меня больше не нашел. The Loose Orphan. Помнишь граффити с самураем в Хейвуде, где раньше была пекарня? Ага. Его уже давно закрасили. Но да, там у Джонни был орфан. Круто, что ты знаешь. Где ты его раскопала? Он выглядит прямо как новый. Выкупила из частной коллекции. Люблю, когда все совпадает до малейшей детали. Она, конечно, ебанутая, но я ее уважаю. Спасибо тебе за концерт. Пожалуйста. Керри бы даже лужу не сделал без моей помощи. Сильверхенд, наверное, был такой же. Ха, хуже. Керри, по крайней мере, не мешает и делает, что ему говорят. А где Керри? Сейчас должен быть. Он сказал, ты хорошо играешь. Надеюсь, это правда, потому что на репетиции времени нет. Ага. Постараюсь не разочаровать толпу. Честно говоря, без понятия, кто все эти люди. Случайные зрители. Керри хотел отыграть по-тихому. Ну, мало ли, что он там хотел. Думаешь, журналисты узнали о концерте? Наверняка. Гиены. Меня больше беспокоит, кто сыграет за Генри. Керри договорился с Дрозином из головорезов. Я его знаю, видела на сцене. И как он вообще? Он нормальный, середнячок. А вот ты темная лошадка. Закидывайся, только не светись. А если опять начнет рвать кровью? Отползи куда-нибудь в сторонку. Сегодня вечер Керри. Нэнси, кажется, не верит, что я могу с ними сыграть. Ну, так она права. Уступишь место? Развлекайся. Понеслась. О, здорово. Вот, познакомьтесь, это Дрозин из головорезов. Привет! Я обожаю самурай. Ты тоже? У меня есть и альбомы. Я офигел, когда... Выдыхай, блядь. Он тут на тех же правах, что и ты. Хочешь поговорить со звездой? Обращайся ко мне и перестань трястись.
Фу, я, наверное, сам еще похлеще трясусь. Публики боишься? Или меня? Иди нахуй. Я тоже скучал, Керри. Ладно, работаем. Пойму. Это какая-то херня. Ты о чем? Блять, вот был же у меня реальный мандраж перед концертом. Так будто надо что-то кому-то доказать. Себе, тебе. Да хер знает кому. А я в итоге ничего никому не доказал.